очень компактно, хорошо оборонялась. И за исключением двух моментов, так особенно у нас в первом тайме ничего не было. Даже после удаления гол, который он ситуацию поменял в корне, который забил Фернандеш. И у нас, конечно, было много возможностей для того, чтобы увеличить счет. Мы прекрасно понимали то, что Тула находится в очень такой сложной ситуации, и обычно всегда игроки очень агрессивны. Мы готовились к этой борьбе. Мы знали, что придется преодолевать такие тульскую стену в 10 человек, которые очень хорошо, в 9, наверное, один игрок играл впереди. Мы это прекрасно знали, поэтому мы готовы были. Первый гол – это самый важный, ключевой момент в игре. А удаление мне сложно комментировать. Но если он имел желтую карточку, ну зачем в такое тяжелое столкновение идти в Гильерми? Гильерми – это не очень простая ситуация после этого столкновения. Ему сейчас будут делать снимок, и не знаю, что у него может быть какая-то сложная травма или нет. Но зачем идти на такое столкновение, тем более, ну, оно явно мяч уже в руках был. Первый, я не помню, какая у него была желтая карточка. Но у нас удовольствие, будем играть и в финале. Сейчас настроение хорошее. Когда настроение хорошее, всегда все легче.